Всем привет, дорогие друзья! Давненько на моем канале не было экспериментов, поэтому в сегодняшнем видео мы проверим с помощью арбалета на прочность разные предметы. Если на видео наберется большое количество лайков и просмотров, то я обязательно сниму вторую часть. Ну а в этом видео я проверю на прочность фанту, пену для бритья, куриные яйца и зажигалки. Итак, погнали. Перед тем, как взрывать пену, я решил ее немного потрясти, дабы увеличить давление. Поставил пену на землю, получилось несколько неудачных дублей, пена не поддавалась. И спустя 3 попытки у меня получилось. Взрыв пены оказался настолько мощным, что все в радиусе нескольких метров покрылось пеной, в том числе и я. Я думаю, данное зрелище однозначно заслуживает вашего лайка. Ну а мы продолжаем. Дальше по списку у нас были яйца. Сомнений в том, что получится с первого раза, у нас не было. И, собственно, так и получилось. На очереди были 3 бутылки фанты, мы поставили их в ряд, надеясь, что мощности арбалета хватит. Но пробилась только одна бутылка. Вот как это выглядит в замедленной съемке. Ну и последние на очереди у нас были зажигалки. К сожалению, как мы ни старались, с помощью арбалета взорвать зажигалку не вышло. Поэтому мы ее взорвали просто так. На этом видео заканчивается. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, то обязательно влепите лайк. А также можете предлагать свои идеи в комментариях для следующего выпуска. Самые интересные обязательно использую. Всем пока!